Скорая помощь должна приезжать вовремя. Амбулатория села Советского Алексеевского района очень нуждалась в новой реанимационной машине. Удобной, быстрой, оснащенной современным оборудованием, делающей врачебную помощь действительно скорой. О том, как сбылась мечта сельских медиков, сюжет Мира Белогорьев. Водитель скорой помощи амбулатории села Советская Сергей каждую смену начинает с проверки технического состояния старенького УАЗика. Машина перенесла несколько капитальных ремонтов. Самое главное, чтобы на выезде не подвела. Были случаи и не раз. Обрывала там по ходовой, это было зимой. Вызывали Алексеевскую скорую помощь. Амбулатория села Советская обслуживает почти 4000 человек в радиусе 35 километров. Фельдшер скорой помощи ежедневно выезжает на вызовы в 11 населенных пунктов. Бывает 3-4 вызова, вот примерно. Бывает и до 10 вызовов. Ту смену 2 Алексеевки было, 312 километров. Медицинское оснащение автомобиля тоже устарело. И морально, и физически. Как вы видите, все у нас оборудование изношено за 8 лет эксплуатации. Вот. Носилки, даже носилки уже пришли в негодность, ничего у нас здесь не поднимается. Шины износились уже за 8 лет. Баллон у нас кислородный уже ничего не удерживает. Медикам стало ясно, сельской амбулатории жизненно необходим новый автомобиль, оснащенный по последнему слову техники. Дефибрилляторы бы желательно, аппарат искусственной вентиляции легких. Потому что мы частенько выезжаем на травмы, которые происходят на нашей федеральной трассе. Помощь от фонда поколения Андрея Скотча не заставила себя долго ждать. Ключи от долгожданного современного реанимобиля для амбулатории села Советская были вручены представителям Алексеевской районной больницы в торжественной обстановке в Белгороде. Позвольте мне передать паспорт и ключи от автомобиля. Спасибо. С огромным удовольствием это делаю. Пусть этот автомобиль приносит пользу людям. Этой машине не страшны ни бездорожья, ни большие расстояния. Сегодня самый дальний район Белгородской области, Алексеевка, получает вот такой прекрасный подарок. Не случайно вот сегодня такой автомобиль передается. Он оснащен всем необходимым для того, чтобы доставлять больных из самых удаленных уголков Белгородской области. Современное оборудование автомобиля позволит существенно повысить качество оказания первой помощи. А значит, позволит спасти больше людей, ведь на вызовы зачастую дорога каждая секунда. Прежде всего, новый автомобиль санитарный – это повышение уровня оказания медицинской помощи. Это доступность и качество, прежде всего, медицинской помощи. Это нам позволит сократить время доезда к пациенту и время доставки его к оказанию специализированной медицинской помощи, в частности, вот в ЦРБ. Время старенького УАЗика сочтено. Теперь дежурство принимает новый реанимобиль. Современный, надежный и безопасный. Андрей Радюков, Александр Кветко, Валерий Ларьков. Новости Мира Белогорья.